Всем привет, это Марат Сафин. Извиняюсь за неудобства, которые тут произошли с сайтом. В общем, нам дали канал, в котором мы сможем провести этот стрим. Но единственное, нельзя будет писать вопросы в чат, он не действует. И поэтому оставляйте свои комментарии здесь, на публичной странице, в комментариях к этому посту, который вот для стрима. Я буду обновлять, соответственно, буду отвечать на ваши вопросы. Скажите, пожалуйста, слышно ли меня сейчас? Если слышно, ставьте плюсы. Отлично. Ну, тогда давайте еще минуту подождем, пускай все подключатся и начнем. Сегодня мы будем говорить о локальных способах коррекции цвета, о цветовых проблемах, которые нам часто встречаются. То есть я создал пост когда-то в августе, чтобы вы скидывали туда фотографии, примеры работ, в которых бы вы хотели устранить локальные проблемы цвета. То есть обычно это какие-то цветовые проблемы от зелени, от того, что у нас будут возникать какие-то, может быть, цветовые проблемы в плане, в кавычках, температуры. То есть, допустим, снимая кого-то с теневой части, то в большинстве своих случаев теневая часть, она может отливать какой-то синевой. И когда ты устанавливаешь температуру по, допустим, фону, то в итоге еще больше синевы появляется на лице. А если ты устанавливаешь температуру так, чтобы устранить вот эту вот синеву на лице, то в итоге фон становится каким-то желтым, зеленым, непонятным. В общем, приходится это все само собой устранять локально, если невозможно сделать это какой-то единой коррекцией. И поэтому мы будем делать это через маски. И одним из вариантов способов подобных коррекций являются маски из системы LAB, из каналов, цветовых каналов A и B. Откроем, давайте, цветовой круг. Открыт уже. Так, еще раз спрошу, слышно ли меня? Отлично, запись будет, не переживайте. Я всегда все записываю. В общем, открыть цветовой круг, и давайте сделаем копию этого цветового круга, переведем в систему LAB копию. Это команда изображения режим LAB. В LAB есть 4 канала, сам канал LAB, Lightness, A и B. Lightness содержит яркостную составляющую картинки, а A и B содержат цветовые составляющие картинки. И заметьте, A ярче показывает красные, маджента, и темнее показывает, соответственно, противоположный маджента. Это какие-то зеленые, голубые и желтоватые оттенки, особенно зеленые. В канале B ярче показаны желтые оттенки, а темнее показаны синие оттенки. То есть я могу рассматривать их в виде каких-то масок, потому что наши маски, они черно-белые, и если я их доработаю, то, соответственно, я могу как-то локально воздействовать на какой-то цветовой участок. Ну, например, давайте попытаемся сделать маску для синевы. Мы часто встречаемся с проблемой устранения локальной какой-то синевы, и вот подтверждением тому может являться, предположим, вот эта вот фотография. То есть, если установишь температуру по этому участку, допустим, ну, эту фотографию вы мне скинули. Я беру серую пипетку, предположим, и кликаю по вот этому синему участку. И в итоге лицо становится приятным по цвету, но какая-то другая часть лица, то есть вот эта вот часть лица, которая раньше отливала синевой, она сейчас приятная по цвету. Но зато остальная часть лица, волосы, фон, трава, они ушли в какой-то желтоватый, вообще какой-то паразитный оттенок.
А если, допустим, ты устанавливаешь температуру по фону, чтобы фон был приятным, оттенок был приятным у фона, то есть не было никакого поразительного оттенка, в итоге это синева появляется. То есть приходится сделать какую-то локальную маску, и давайте попытаемся сделать эту маску из канала B, получается. То есть в канале B как раз-таки синие оттенки, они темнее, а желтые оттенки, они светлее. Давайте попробуем вытащить эту маску. Ориентируюсь пока что по цветовому кругу. Я создаю пустой слой в RGB и туда вытаскиваю содержимое канала B. И сразу же можно в Apply Image его инвертировать для того, чтобы сделать сразу коррекцию на какую-то синеву. Окей. Вызываю кривую для доработки. Теперь Margulis советует сразу вызывать команду изображения автоконтраст. Можно без этого обойтись, можно вызвать кривую и черную точку подвинуть на выходе на 128. Эта команда, она уберет всю серость, и в итоге я не буду воздействовать, получается, ни на какие нейтрали, и буду воздействовать только исключительно на цвет. Почему? Потому что в каналах A и B ярче, чем серый, темнее, чем серый, отображаются только цветовые какие-то участки нейтрали. Каналах A и B они серые. И дальше можно поставить здесь вот посередке точки и равномерно ее как-то поднять. Если я хочу сделать какое-то равномерное повышение, то можно забить вот такие значения. На входе 192, а на выходе 160. То есть равномерно ее так немножко подняли посередке. И в итоге вот идет воздействие на какие-то вот синеватые участки. Дальше можно вызвать, предположим, кривую. Эти две коррекции отключить, ну и, соответственно, уже гасить эту синеву через маску. То есть добавлять какой-то желтизны на эту синеву, или добавлять, соответственно, красного и зеленого одинаково, на какое-то одинаковое значение. Тем самым я буду ослаблять всю эту синеву, которая у меня тут есть. То есть вот один из вариантов ослабления, удаления какой-то синевы. Какие альтернативные варианты есть этому? Ну, например, существует, то есть можно закинуть это в папочку и назвать это первый вариант маской из лаба из канала B. Второй вариант, например, вызвать Hue Saturation. Если я вызову Hue Saturation и возьму пипетку и кликну по этой синеве и изменю цвет, то, соответственно, я могу воздействовать на синеву не только по Hue, но вытаскивать это еще и в виде маски. То есть я могу менять границы. То есть вот эта вот жирная полоска, это означает, говорит о том, что здесь воздействие стопроцентное. Когда полосочка отрезок какой-то нежирный, то в итоге воздействие у нас идет от 0 до 100. Но здесь 100%. То есть я могу, например, выбрать сплошное воздействие, чтобы оно не было таким жестким. И, допустим, сразу перевести это в режим наложения Difference и смотреть на эту маску, как она выглядит. То есть могу вот менять ее положение, могу наоборот оставить только 100% жесткое воздействие. То есть у Hue Saturation, скажем так, что более такой мобильный способ создания цветовых каких-то масок, но минусом вы видите, наверное, является как раз-таки жесткость подобных масок. То есть у нас жесткие границы, что и сяк, что и так делаешь, у нас все равно эти границы очень довольно-таки жесткие. То есть если я сделаю какое-то воздействие меньше, чем без жирной полоски, то, соответственно, я могу размыть, и эти точки не лучше исчезнут, нежели чем если у меня будет какое-то жирное воздействие на границах, то есть стопроцентное. То есть я могу вытащить эту маску, и как еще вытаскивать ее качественно? Если я вызову Black and White и поставлю максимум White, то она вытащится максимально яркой. Ну а дальше уже можно, соответственно, ее размыть и применить к той же самой кривой, которую вот мы вызывали вот здесь вот. То есть я могу сдублировать эту кривую, перетащить ее наверх, включить ее на пока что. И вот наша маска, ее надо обновить, заменить вот на ту. Как это сделать? Удалить предыдущую маску и создать новую маску. Прикрепится в итоге наша новая маска к этой кривой, и кривая начинает уже воздействовать на этот участок. Как видите, уже такая форма кривой на эту фотографию не пойдет, потому что
она дает нам какие-то жесткие воздействия. Что мы можем сделать? Я, например, советую в таких случаях размывать маску. Но размытие зрительно лучше делать качественно. Почему? Потому что если мы хотим, чтобы наша обработка не читалась, если мы хотим, чтобы нашу обработку никто не видел, а наша обработка может быть читаться на тех мониторах, которые будут контрастнее вашего, если мы обрабатываем на своем мониторе, предположим, свои фотографии, и в дальнейшем, если посмотрим на монитор, который будет контрастнее вашего, то, возможно, там будут проблемы какие-то. Я советую делать размытие, когда у нас какая-нибудь коррекция такая, что все видно. То есть я, допустим, захожу в RGB, сдвигаю черную точку вправо, в итоге я вижу все это воздействие и понимаю, насколько размыть эту маску. То есть дальше делаю растушевку с помощью параметра окошки mask. И маска уже становится более-менее сносной. Убираю дальше ложную какую-то коррекцию. И в итоге воздействие, как видите, идет на синеву с ослаблением этой синевы. То есть как вариант можно рассматривать этот способ. Хотя я очень сейчас сильно размыл, у меня пятно получилось. Поэтому сильно старайтесь часто не размывать. Но хотя, если я не сильно размываю, у нас вот точки. То есть у этого способа создания подобных масок есть какие-то небольшие проблемы. То есть это шумы, пятна и жесткие какие-то границы. То есть старайтесь, если вы делаете подобного рода маски, делать их максимально аккуратно. Еще какой способ есть? То есть давайте закинем это тоже в группу. То есть вариант Hue Saturation. Например, Channel Mixer. Если я вызову микширование каналов, Channel Mixer, то я смогу смешивать наши каналы. Допустим, то есть красный канал ярче показывает красные участки, темнее показывает, соответственно, зеленые и синие, самые темные, то, что он может показывать какие-то цан, потому что они противоположны, расположены красному цвету. Зеленый ярче зеленые, темнее маджента, синие ярче синие, темнее желтые. То есть, если я, предположим, меняю какой-то из каналов, допустим, зайду в зеленый, увеличиваю значение красного в зеленом канале, то у нас идет сразу же воздействие на нейтрале, но если я сделаю, допустим, в сумме каком-то из каналов, предположим, зеленым, значение равных там, то в итоге у нас воздействия на нейтрале нет никакого, идет какое-то воздействие на цвет. То есть добавляется какая-то уже оранжевость, нежели чем какая-то зеленоватость на нашу фотографию. Я могу, соответственно, воздействовать на какие-то синие участки, добавить на них противоположного синего цвета, то есть желтого. То есть зайду в синий канал, уберу значение синего канала на 0 и добавлю туда 50% зеленого и 50% красного. То есть тем самым вот синий канал просто тупо уничтожен, его уже нет. И в итоге было стало, но смотрите, что происходит со всеми цветами, они портятся, и я бы не хотел, чтобы моя фотография становилась какой-то фиолетово-зеленой. То есть остается тупо два цвета, и это не годится, и особенно если мы обрабатываем портрет, то тем более. Посмотрите, что происходит с лицом, оно становится фиолетовым. То есть как избежать этой проблемы? Если я поставлю здесь режим наложения Darken, переводится это в русской версии Photoshop как замена темным или затемнение, в основном переводится как затемнение, то я буду уже воздействовать только исключительно на одну часть круга, то есть на нижнюю, на синюю часть круга будет происходить какое-то воздействие, а здесь уже воздействие будет исчезать. То есть вот, пожалуйста, еще один вариант устранения синевы. Соответственно, можно еще менять процент соотношения этих красных и зеленых каналов и смещать вот это вот воздействие куда-нибудь. То есть если я сильнее добавлю, допустим, 90% зеленого сделаю и 10% синего, то у нас получается воздействие идет куда-то в сторону, ну, это даже не могу понять сейчас. Давайте подумаем. То есть может воздействие идет либо в сторону красного, либо в сторону зеленого. Давайте методом сравнения проверим. То есть 10% сделаю сейчас зеленого и 90% сделаю красного. То есть когда я делаю такой вариант, то у нас воздействие уходит в зеленый. А когда я добавляю зеленый, то воздействие идет в красный из-за того, что режим наложения Darken собирает
все темное с двух слоев. То есть из бэкграунда, из channel mix берется все темное, и поэтому получаю вот такое соотношение. Но если хочу воздействовать на синий, то должно быть именно 50 на 50, потому что синий против желтого расположен. То есть максимально я должен добавить желтизны. Ну и, соответственно, смотря какие у нас рефлексы, мы будем менять соотношение красного и зеленого. И если что, можно менять opacity всего этого хозяйства, чтобы воздействие ослабить. Потому что черно-белым, синим уж точно я делать не собираюсь. То есть вот еще третий вариант для устранения каких-то локальных цветовых проблем. Ну, давайте проверим, как теперь это все будет хозяйство действовать на нашей фотографии. Вот вы прислали мне фотографию, давайте попробуем сделать маску из лап. Это команда изображения создать дубликат. Окей, и дубликат переводим в lap color. Режим lap. Дальше вытаскиваем канал B. Я буду устранять синеву. Кстати, сразу вам советую, если вы хотите качественнее сделать свою маску из каналов A и B, то нужно желательно устанавливать температуру по какому-то участку. То есть многие, допустим, когда обрабатывают подобные фотографии, устанавливают температуру или оттенок так, чтобы и тут было немножечко хорошо, и тут было немножечко хорошо. Мой вам совет, надо установить так температуру, чтобы где-то было что-то, где-то было хорошо, где-то было плохо. То есть если у нас две проблемы, то они устраняются двумя масками. Если у нас одна проблема, то устраняется это одной маской. То есть вы получите качественный результат обработки, если установите температуру по какому-то одному объекту. То есть здесь вот человек установил температуру, само собой, по важному какому-то участку, по лицу, а этот участок, он второстепенный, и, видимо, он оставил его таким, не знает, как это убрать. Попробуем, давайте через маску это убрать. Канал B, инвертируем. Окей, почему инвертируем? Потому что я хочу воздействовать на эту синеву. Дальше сдвигаем 128. И не обязательно сдвигать на 128. Если у нас есть какие-то проблемы и пошире, то можно дорабатывать эту маску и иначе. То есть можно сдвигать не на 128, можно сильнее, можно слабее. То есть это уже зависит от фотографии каждой. Дальше можно двинуть наверх, сделать какое-нибудь равномерное воздействие на эту синеву, доработать вот так вот кривой, и перетащить эту маску на кривую. И для быстроты, само собой, надо это хозяйство размыть, потому что нам не нужны такие жесткие маски. Сделаем растушевку, размытие. И дальше берем серую пипетку, кликаем по синеве, в итоге вот она устранена. То есть вот вариант удаления паразитного оттенка на коже. Если мы поставим сюда режим наложения Color, то в итоге я буду воздействовать на цвет, и это очень даже актуально будет для многих фотографий. Здесь вот, по сути, и зеленый, красный наверх, синий вниз, они таким движением особо яркости не изменили. Но бывают ситуации, когда у нас какой-то канал сильно дергается и изменяется сильно яркость, поэтому ставить нужно в таких случаях режим наложения Color. Если у вас что-то не доделалось, предположим, вы хотите сильнее с ней устранить, можете кликнуть по другой области или доработать эти каналы, или вы можете вызвать на свою маску кривую, сделать ее ярче. То есть тем самым будет сильнее воздействие на эту синеву. Окей, если вам кажется, что вы ее до конца не убрали. То есть это уже дело вкуса идет, кому как нравится. Давайте откроем какую-нибудь другую фотографию и попробуем, может быть, другим способом или каким-то еще. Например, channel mixing, давайте попробуем вот здесь вот зелень убрать. Я эту фотку сделаю поярче, потому что что-то темненькое. Может, у человека такой вкус, конечно, ну ладно. Дальше вызовем channel mixer. То есть у нас тут проблемы с синевой. То есть мы должны зайти правильно в зеленый канал и добавить. Получается, если посмотреть по цветовому кругу, у нас проблема вот где-то вот такая, то мы должны больше красного добавлять и меньше зеленого, получается. Сейчас подумаем. То есть я буду добавлять синий.
синий и красный. Максимально синий и меньше красный. Давайте попробуем. Зеленый канал. То есть, само собой, 0 зеленого оставляем. Посильнее синий и послабее красный. Можно, допустим, больше такой оранжевости добавить. Попробуем. То есть, это уже дело вкуса. И, само собой, надо поставить режим наложения. Либо Darken, либо Lighten идет, в зависимости от нашей фотографии. То есть, здесь надо поставить Lighten. А, нет, вру, Darken. По всей видимости, я перепутал опять. Надо поставить 20% синего и 80% красного. Попробовать. Поставить Lighten. А, блин, не получается. Так, давайте подумаем еще раз. Итак, надо устранить. В таких случаях я сразу прибегаю к кругу, открываю круг. То есть с channel миксером, само собой, это сложно все сразу не запомнить, как это все расположено. То есть нам нужно избавиться от какой-то желтизны. Вызовем, давайте, channel mixer. Channel mixer. Попробуем в красном тогда убавить значение красного и добавить значение синего. Тогда жесть какая-то происходит. Так, давайте 50 сделаем. 50. В итоге было стало. Так получается, воздействие идет на красный. Нам нужно здесь на желтый. Так, подумаем. Метод channel миксера предлагает нам Margulis. Итак, давайте помыслим. Желтизна наша лежит между, соответственно, красным и зеленым. Нужно зайти красный и зеленый, и добавить туда больше синего. То есть попробуем убавить красный и добавить туда синего, и зеленым сделаем то же самое. Убавить зеленый и добавить синего. В итоге вот у нас ослабляется эта желтизна, но надо поставить режим наложения Lighten. Там будет воздействие идет идти сюда. Если я поставлю режим наложения Darken, то воздействие идет уже на эту часть круга. Давайте попробуем такое соотношение сделать. Можно, конечно, как-то проще channel миксером экспериментировать. Вот давайте сразу в зеленом канале будем добавлять, соответственно, синевы. Потому что зелень больше ближе будет идти к зеленому, нежели чем красному. Если поставлю сейчас режим наложения Darken, то я буду воздействовать как раз таки на эту зеленую часть круга. Можно добавить красного, но в сумме я советую вам делать обязательно 100%. Почему? Потому что иначе у нас будет воздействие идти на нейтрале. То есть давайте сделаем соотношение там 60-10-30%. И, само собой, надо это изменить по opacity, и надо применить режим наложения color, чтобы не было воздействия на яркость. Было, стало. Вот у нас зелень начинает пропадать. То есть можно изменить opacity до 50, и надо применить режим наложения color, но как его применить, если у нас здесь применен уже режим наложения darken? В таких случаях делается таким образом. Ctrl-Alt-Shift-E. Схлопывается это хозяйство, как вариант, и ставится режим наложения color. В итоге воздействие идет исключительно на цвет. Вот способ еще один удаления паразитного какого-то зеленого оттенка. Дальше мне присылали фотографии, которых, вот, например, проблемы решаются очень просто. Если у нас участок не граничит вообще с тем участком, который вот имеет ту же самую проблему, но это не считается проблемой, то есть не надо убирать голубизну вот эту вот с юбки, надо убрать здесь вот только голубой, то, само собой, это устраняется с помощью кисти большого размера, и не надо иметь
какое-то умение рисовать в таких случаях. Вы можете сразу вызвать Hue Saturation, взять пипетку, кликнуть по этой синеве и, допустим, поднять яркость и убавить насыщенность, и если что, поставить режим наложения Color. Дальше вам ничего не мешает сделать маску большой кистью и по вот этим вот участкам пройтись этой маской. То есть, само собой, такие проблемы устраняются таким образом. Зачем вам придумывать какие-то маски из Lab, маски из, воздействия через Selective Color и так далее. Давайте теперь посмотрим, как работает Hue Saturation. Так, давайте еще раз Channel Mixer, чтобы закрепилось. Потому что, как видите, я запутался даже. Называем Channel Mixer, попробуем вот удалить вот эту вот красноту, которая у нас есть на носу. Так, берем тогда красный канал, раз мы на него хотим воздействовать. Дальше убираем значение красного, ставим 50%, предположим, и добавляем противоположно красному синий на 50%. Дальше ставим режим наложения Darken, чтобы пошло воздействие только исключительно на лицо. И вот, пожалуйста, мы убрали эту красноту какую-то излишнюю. И, само собой, надо поставить меньше значения по opacity, потому что не стоит убирать, допустим, важные участки по цвету. Гасить. Дальше мы уже просто можем экспериментировать. Хотим сильнее добавить какой-то оранжевости. То есть зеленый, он добавляет больше оранжевости, нежели чем какой-то красноватости. То есть тоже решение проблемы. Можем сделать, допустим, 25%. 25% зеленого, 50% синего или зеленого даже можем побольше сделать, но при этом будет воздействие какое-то идти на нейтрале. Но если в целом воздействие идет приятное вам, то почему бы его не делать? То есть если я бы поставил режим наложения лайтом, то я бы воздействовал на все, кроме лица. То есть у нас лицо не меняется, заметьте, но меняется зато вот какие-то синенькие, там небо становится все каким-то утепленным, более утепленным. Так, вопросы. У нас тут вообще вопросы задают. Тут. Вообще меня тут слышите? У вас есть какие-нибудь вопросы по поводу масок из Lab и работы Channel Mixer и Hue Saturation? Потери кадров 0.20. Мозг кипит. Теперь давайте попробуем устранить проблему Hue Saturation. Вызываем Hue Saturation, берем пипетку, кликаем по носу, двигаем, ставим режим наложения Difference и сдвигаем так, чтобы шло воздействие исключительно на вот эти вот покрасневшие участки. Вот у нас воздействие идет на покрасневшие участки. Дальше можно сразу зажать Ctrl, кликнуть по RGB, но я предпочитаю вызывать Black and White и ставить максимум White. Почему? Потому что я соберу все светлое с этой цветного результата Hue Saturation в режиме наложения Difference. То есть я на все, если были какие-то участки слабенькие, то их обязательно по яркости возьму на 100%. Дальше зажимаем Ctrl, кликаем по RGB. Отключаем предыдущие коррекции, вызываем кривую. Можно сразу, кстати, эту маску доработать кривой. Почему? Потому что она была какая-то слабенькая, появилось окошко 50% по выделению, то есть она не такая уж высокая по яркости. Доработали эту маску, дальше вот какая-нибудь дикая коррекция, чтобы видеть эту маску, чтобы качественнее размыть эту маску. То есть делаем растушевку, размытие, чтобы она не имела какие-то жесткие границы. Дальше мы убираем ложную коррекцию. Теперь я советую вам, перед тем, как выстраивать кривую, вызывать после нее еще какой-нибудь корректирующий слой, такой, чтобы это все было дико контрастным. Почему? Потому что, опять-таки повторюсь, я хочу, чтобы моя обработка не читалась на других мониторах. А могут быть такие случаи, что вот мои фотографии будут смотреть на каком-то мониторе, который будет очень контрастным. И
Я не хочу, чтобы на нем были видны проблемы, которые я мог допустить. Я поэтому делаю какое-то дикое повышение контраста и уже потом зарезаю каналы и устраиваю кривую. То есть тем самым я получу более качественный результат корректировки нашей проблемы. То есть уже глядя на такую жесткую фотографию, делаю построение кривых. Отключаю, соответственно, предыдущую кривую, и вот наш результат по устранению голубизны. Ой, красноты. Можно посильнее размыть, если вы начинаете читать какие-то границы. Если вы замечаете, появляется какая-то зелень, предположим, можете это все хозяйство ослабить. Ну и проверять, само собой, потом надо какой-нибудь дикой ложной коррекции. Вот способ удаления паразитного оттенка с помощью Hue Saturation локального. Ну и само собой, нам ничего не мешает взять там, если что, если будут какие-то там проблемы, взять кисть и доработать эту маску. Сильно размывать, кстати, не советую, что-то я тут сильно размыл. Почему? Потому что смысл тогда в этой маске не будет никакого, потому что такую вот подобную маску можно и нарисовать. Поэтому размывать с размытием не увлекайтесь. Ну вот как раз таки. Это и есть проблема Hue Saturation, то, что границы зачастую они начинают читаться. То есть я не предпочитаю такой метод корректировки. Ну и, соответственно, если вы пользуетесь, предположим, в качестве удаления паразитных локальных оттенков панелью HCL, то здесь довольно-таки тоже жесткие маски, они жестче, чем в Selective Color, в Black and White. В Selective Color и Black and White вообще маски абсолютно одинаковые. Вот, кстати, я двину какой-нибудь один ползунок, вы, наверное, замечаете, то, что маска здесь зашита довольно-таки жестко, и поэтому и такая же абсолютно маска лежит в Hue. То есть у нас будут возникать проблемы после этой панели. Ну и решением подобной проблемы будет движение вот двух ползунков на какое-то равное значение, наши границы не будут такими казаться жесткими. Если я сдвину, допустим, два ползунка на какое-то равное значение, замечаете, жесткость границ наша пропадает. То есть поэтому я, например, когда смотрю какие-то, предположим, в интернете пресеты типа под пленку, и когда они для Lightroom делаются, для Camera Raw, я смотрю, там изменения какие-то HCL происходят, и эти изменения довольно-таки сильно не разнятся друг от друга, не делайте вот таких каких-то там движений, потому что иначе будет жесткая какая-то коррекция. Можно в качестве локальной корректировки еще использовать, само собой, и в Photoshop, например, Selective Color, выбрать всю коррекцию цвета. То есть, если я вызову Selective Color, то я могу тут подкрутить вот какую-то локальную проблему, красноту, пытаться устранить. Было, стало. Ну и само собой лучше перед тем, как строить Selective Color, вызывать кривую, чтобы коррекция была такая, чтобы мы видели все косяки, которые могут возникать. Хотя в Selective Color маски довольно-таки не жесткие, я предпочитаю больше Selective Color использовать, нежели чем Hue Saturation, если бы я выбирал, ой, вернее, не Hue Saturation, а HCL, HCL. Заметьте, если я дерну какой-нибудь ползунок так сильно, что вообще жестко на 100%, у нас маски, они не такие жесткие, как получались в HCL. Почему? Потому что маски, которые зашиты в Selective Color, они абсолютно такие же, как и Black and White. А Black and White это смешение просто каналов в разных процентных содержаниях. Давайте еще раз маски ProLab. Раз у нас был стрим о масках ProLab, давайте попробуем еще раз. Вот, например, мне прислали какую-то фотку непонятную. Ну и само собой, кстати, мой вам совет, не снимать рядом с зеленью. Это зачем нам возиться, делать какие-то маски? Маски, они, по сути, разрушают, могут выдать нашу коррекцию. Зачем нам раскрывать все свои секреты и париться с обработкой? Я, например, советую всем не снимать с каких-то жестких помещений, жестким светом, с рефлексами. Можем же этого избежать, просто пойти в какое-нибудь другое место. Ничто не мешает нам этого сделать.
Даже если солнечный день, вам ничто не мешает пойти куда-нибудь в тень. Снять там в тени, предположим. Не рядом с стеной снять, а подальше от стены. В общем, давайте сдублируем свою фотографию. И переведем дубликат в лап. Давайте посмотрим, где эта зелень лежит. Ну, по всей видимости, она лежит в канале B. А канал A у нас был, напомним вам, это зеленый и красный. А почему тогда зелень, которую мы называем, типа, уберите зелень, почему она лежит в канале B, раз это канал A должен быть? Потому что, на самом деле, те объекты, которые мы видим небольшими такими зеленоватыми оттенками, они больше лежат в канале A, ой, вернее, в канале B, а ниже, чем в канале A. То есть даже, например, хромакей используют зеленого цвета как фон в Рязани, потому что зеленые объекты очень редко встречаются. Хотя вроде бы трава зеленая, например, кажется, а она больше даже корректируется не в зеленом каком-то канале. Допустим, Selective Color вызываю, она не будет корректироваться больше в зеленом, нежели чем в желтом. То есть желтый канал он больше будет корректировать зелень, нежели чем зеленый. Зеленый канал будет корректировать зелень. То есть мы будем воспользоваться каналом B. Возвращаемся обратно в RGB, создаем пустой слой, вытаскиваем туда содержимое канала B. Я его сразу же, нет, не буду инвертировать, я хочу наоборот воздействовать исключительно на желтое-зеленое. Тут вот, кстати, можно дернуть вполне и посильнее, чем 128, почему бы и нет. То есть воздействие локализуем, оставляем только исключительно на зелень. Дальше вызываем кривую. Можно в целом эту маску сделать ярче. Делаем какую-нибудь жесткую коррекцию. Как видите, даже такая жесткая коррекция эту зелень сильно не устранила, поэтому давайте мы сделаем еще ярче нашу маску. Вот уже устранение есть, я замечаю. Давайте посильнее. Окей. И делаем растушевку нашей маски. Берем пипетку, кликаем. Вот зелень пропал. Вот как вариант устранения какой-то локальной проблемы с тобой. На этом все. Давайте я послушаю ваши вопросы. Если мозг не успевает, то будет у нас запись этого стрима. Не переживайте, в высоком качестве. Не хочу долго задерживаться, потому что я и так уже опоздал. У Маргульса написано про маски из лаба или нет. Насчет этого я не в курсе. Я в курсе о том, что он предлагает Channel Mixer использовать. Можно ли автоматизировать данный процесс? Можно. Почему? Потому что, если вы посмотрите, то, по сути, вытаскивать канал, это можно написать в Action. Кривую построить на 128 и ровно посередке сдвинуть, это тоже можно записать в Action. То есть, единственное будет отличие, недостаток, то, что я каждую фотографию индивидуально немножко дорабатываю, но обычно это больше доработка идет в сторону того, чтобы двинуться по входу повыше, чем 128, поэтому можно записать в Action, а дорабатывать уже потом, судя, ну, каждую фотографию индивидуально получается. То есть, заметьте, я там вызвал кучу кривых для того, чтобы эта маска еще стала ярче. И построение кривой, само собой, это уже не записать в Action, потому что, ну, не все фотографии будут обрабатываться вот подобной кривой. Но вы же помните то, что я брал просто тупо серую пипетку и кликал по проблеме, и эта проблема уже даже хорошо корректировалась. Если бы плохо корректировалась, я бы зарез канал. То есть это можно вполне записывать в Action. Но этот Action нельзя использовать на все фотографии 100%, его нужно будет дорабатывать. Не проще сделать локальный дистурейт через Fuse. Можно сделать, я же вам говорил, то, что у нас проблемы в виде жесткости этих масок. А если я сильно размываю, у нас получается ореол. С ними сложнее возиться, с этим Hue Saturation. Битрейт был побольше. Запись будет в высоком разрешении. К сожалению, у меня дома очень плохой интернет и только такой битрейт.
Так я же работал в RGB, вы куда смотрите? Можно ли маски из лаб применять в RGB? Я работал в RGB, я не строил ничего в лабе, вы ничего про коррекцию лаб сейчас не узнали. Я всегда работал в RGB. Чем? Какой способ? Пожалуйста, подробнее. Маску из лабы можно загнать в экшен. Можно, можно. Каким способом пользуешься ты? Я пользуюсь разными способами. В основном я пользуюсь масками из лабы или Hue Saturation, или Selective Color вызываю. Про Channel Mixer я совсем недавно узнал. Мне предложили как вариант рассказать тоже в своем стриме этот метод обработки. И как вы заметили, он работает довольно-таки неплохо, потому что он не воздействует на нейтрали. Ну, конечно же, при разных процентах содержания. Поэтому я и запнулся в каком-то этапе. Как хорошо, что запись. Так. Насчет книг, каких посоветовать, я собираюсь где-нибудь там ближе к зиме выпустить список книг. Ну, вернее, не выпустить список книг. Просто создать какую-нибудь тему со списками книг, которые я посоветую вам почитать. Пока что я не расскажу вам. Вернее, долго перечислять. В смысле, не понял, как ты цвет паразитный загоняешь в маске. Наверное, я быстро говорил. Я всегда зажимаю Ctrl, когда я хочу загнать эту маску куда-либо. Я зажимаю Ctrl и вызываю кривую, и кривой прикрепляется эта маска. Ну или тупо можно сразу через Apply Image, но это долгая операция. Apply Image, потом ставить вот эту вот маску. В смысле, расскажи. Не буду рассказывать про яркостные маски и маски насыщения через канал. Зачем это надо? Можно еще раз способ. Это не связано, вернее, Алексей, с тем, что я сейчас рассказываю. Никак. Можно еще раз способ через лап помедленнее, чтобы потом в записи. Так, 2 минуты назад. Понятнее было. Окей. Ну, давайте на той же фотке. Попробуем запилить Faction, что ли. Я вызываю команду изображения создать дубликат. Окей. То есть detection получается по устранению какой-то зеленоватости на фотографии. А, кстати, я пока что нажму стоп, я неправильно начал уже записывать экшены. То есть, когда я вызываю команду duplicate, например, изображение создать дубликат, то duplicate команда предлагает мне назвать эту копию как 0.4 копия. А открыв другую фотографию, он предложит назвать, как, допустим, предположим, открываю фотографию 0.3, и он предлагает 0.3 копия. А экшен у меня записан на 0.4 копия. То есть он тупо не сработает. Поэтому я советую записывать экшены исключительно так, чтобы они работали в любых версиях фотошопа. И насчет этого, кого почитать, я советую вам. Я советую почитать статью Андрея Журавлева. Скину давайте вам сообщение. Андрей Журавлев. Ну, я, кстати, его в каждом стриме почти что советую. Потому что действительно очень полезный, очень классный чувак, который публикует крутые статьи. Почитайте статью Андрея Журавлева по поводу, как записывать экшены, чтобы они работали в любых версиях фотошопа, что и в китайской версии фотошопа. Дальше вызываем команду изображение режим lab. Переходим обратно в RGB. То есть в лабе я не работаю сейчас. Дальше apply image и закидываем. То есть я пустой слой создал. Apply image и канал B. Если бы я его инвертировал, то я бы воздействовал на синеву. А у нас тут нет проблем с синевой. Режим наложения не важен. Почему? Потому, вернее, важен, но то, что здесь стоит по умолчанию всегда мультиплей, это то же самое, что и нормал, если закидываю на пустой слой, поэтому я не меняю эти параметры. Окей, нажимаю. Дальше можно вызвать кривую, сдвинуть точку черную на 128 на входе
и поставить точку посередке. Посередке 192 получается на входе, и поднять ее на такую высоту, чтобы она по касательной двигалась к белой точке. Вот. 160 получается на выходе. То есть такая вот маска. Дальше зажали Ctrl, кликнули по RGB. И вызвали кривую. Взяли серый. Ну, на этом, кстати, можно уже записать, нажать стоп, потому что будет дальше индивидуально каждая фотография. Хотя можно нажать запись и сделать какую-то вот ложную коррекцию, чтобы потом уже было проще дорабатывать эту маску. То есть доработка этой маски в чем заключается? То есть я сделал какую-то дикую вот коррекцию для того, чтобы, глядя на эту дикую коррекцию, чтобы потом я мог вызвать кривую, такую, чтобы увеличить воздействие на эту зелень. И смотрю как раз таки, вот зелень зрительно пропала, ага, вот надо остановиться. То есть вот так вот еще она не пропала. То есть как бы уже маска не позволяет нам сделать такую коррекцию, чтобы устранить эту зелень полностью, поэтому само собой надо ее поднять до такой яркости, чтобы она вот устранилась. Вот мы видим то, что она устранилась. Дальше делаем растушевку этой маски в окошке растушевка. Делали растушевку. Вернее, не в окошке растушевка, а в окошке mask. В C6 это сразу прикреплено к properties. Потому что, ну, простили C6 интерфейс. То есть сразу тут есть коррекция и маска. Если у вас нет C6, то это окошко нужно вызывать через команду окно mask. CC тоже маска прикреплена. Теперь убираем дикую какую-то вот эту коррекцию. Я это делал просто так, для того, чтобы лучше видеть эту маску. Соответственно, можно серый несколько раз кликать. Если видите, там вообще какая-то фигня происходит, можно покликать, ага, вот какой-то выбрать пиксель, так, чтобы было приятнее. Или второй вариант, зайти уже в канал и подправить это. То есть видим то, что через чур как-то сильно подправляем. В итоге вот зелень у нас пропадает. Можно маску сильнее доработать. То есть я же, по сути, не дорабатывал, в отличие от предыдущего случая, я же не сдвигал ее больше, чем на 128. То есть если я сдвину на 128, я локализую воздействие еще сильнее на вот эти вот зеленоватые какие-то участки. Окей. То есть еще лучше наше воздействие будет происходить. Собственно, вот. Так, дальше. Спасибо. Ну, честно, я бы не все использовал в повседневной жизни. Ну, само собой, я тоже не все использую. Вы что думаете? Я все, что рассказываю вам, абсолютно применяю. Я вам рассказываю, как все работает, и это все я потом упрощаю, само собой. И если бы я какие-то вещи сложные делал, я бы сделал на фотографии, которые мне прям очень-очень сильно нравятся. Я хочу качественно обработать. Но если у меня, допустим, подлежат обработке вот подобные фотографии, нахрена с ними париться? Какие-то обычные фотографии я обрабатываю, само собой, попроще. Идем дальше. Когда следующий стрим и о чем? Следующий стрим, к сожалению, будет очень поздно. Вот, ну, будет такой период длительный, потому что я хочу сейчас заняться развитием самого себя, больше своих мастер-классов, нежели чем стрим сейчас продвигать. То есть либо где-то в декабре, ближе к декабрю, в январе, где-то вот в этом районе. Так. Скажи, пожалуйста, как ты выделил маску, когда удалял красноту на лице в режиме Difference через насыщенность? Так, сейчас вспомнить. Как я сделал? Я перевел ее в ЧБ. Все. Давайте еще раз покажу. То есть вот Hue Saturation, предположим, вызываем. Сейчас я уже не буду ее делать, само собой, потому что долго это хозяйство делать. Делаю какую-нибудь коррекцию, Difference применяю. И дальше просто Black and White. Вот вам ваша маска. Можно это Black and White, если что, менять. Вот я выбираю максимум White. Почему 128? Я уже об этом говорил, да, ну, не знаю, слушал, не слушал. Потому что в каналах A и B
серыми показаны те участки, которые не обладают цветом. А серый цвет это 128. Поэтому я их тупо с маски сразу вырезаю. То есть буду воздействовать только исключительно, допустим, на синевую или на желтизну, смотря какая у меня маска. Так, давайте, наверное, все. Сейчас посмотрю, еще раз обновлю. Да, все. Тогда всем спасибо, что смотрели. Не знаю, сколько человек меня тут смотрело. Завтра на днях выложу, короче, может завтра, может послезавтра, выложу этот стрим в виде записи в офигенном качестве, потому что я записываю через Камстая. Всем пока. Большое спасибо, что смотрите. До новых встреч.